Что делать, чтобы окна не потели? У многих с началом отопительного сезона возникает такая проблема. Она легко разрешима. Приготовим защитную эмульсию. 3 части глицерина нужно смешать с 2 частями жидкого мыла в стеклянной бутылке. Закрыть, сболтать и сразу наносить на стекло с внутренней стороны. Эту эмульсию можно наносить и на зеркало в ванной комнате, так оно никогда не запотеет, и на автомобильные стекла.